еще одна достопримечательность Гонконга – музей восковых фигур Мадам Тюссо. Я попробую. Поскольку я потрогал лысину этого дяди, у меня в музей Мадам Тюссо не пустили. Поэтому я поднимаюсь на пик Виктории. Если бы сущность Гонконга можно было воплотить в одном образе, то это, несомненно, был бы вид, открывающийся для посетителей с пика Виктория. Смотря вниз на этот мегаполис с удобного места, вы увидите одну из самых лучших бухт на планете и панораму, такую невероятную, дерзкую и величественную, что Манхэттен в сравнении покажется провинцией. Пик Виктория находится в центральном районе острова Гонконг, на улицах которого в позапрошлом веке в 1840 году зарождалась британская колония. В 19 веке селиться на территории пика имели право только британские богачи. Китайцам появляться в элитном районе запрещалось. Переселенцев было так много, что спустя 20 лет правительство было вынуждено отдать распоряжение о создании искусственного участка земли, вдающегося глубже в бухту. Сегодня общий вид центрального района вызывает удивление и восхищение идеями градоправителей давно минувших дней. Мечта каждого китайца – попасть в этот в жизни в Гонконг ради этого фуникулярного вагончика. Но попасть сюда из 1,5 миллиарда китайцев могут лишь единицы. В таком большом окружении китайцев ты чувствуешь себя великаном, даже если тебе 14 лет, потому что все китайцы маленькие. Я думаю, что если Валуев поедет в Гонконг, ему здесь будет очень тяжело. Вот мы и приехали на пик Виктория. В Гонконге 8 тысяч небоскребов. Это вдвое больше, чем в Нью-Йорке. Более 30 из них входят в список 100 самых высоких зданий в мире. За горами, к северу от города, испаряясь в воздухе, кипит континентальный Китай. Все, что вы слышали о неугомонности и сумасшедшей энергии Гонконга, ярко и бескомпромиссно подтверждается видом с пика. Даже самые циничные местные жители никогда не устают от посещения этого места, которое как ничто больше напоминает им о том, что они живут в самом вертикальном мегаполисе на Земле. Лучшим способом попасть на пик бесспорно будет трамвай-фуникулер. Самый старый вид общественного транспорта в Гонконге. 7 минут пути в почти вертикальном положении. Не забудьте взять с собой камеру. Снимок на пике станет самым лучшим сувениром, о котором только можно мечтать. Там просто потрясающий вид. Наконец-то мы добрались до самой высокой точки Гонконга, пик Виктория, откуда открывается настолько красивый панорамный вид, что аж дух захватывает. В этих зданиях расположены офисы и банки самых дорогих и больших в мире корпораций. На берегу залива, который виден за мной, располагается один из самых больших выставочных центров в мире, который вмещает 100 тысяч человек. Именно там произошла церемония передачи Гонконга в руки китайцев. Мы побывали в очень интересном месте, но на этом путешествие не заканчивается. Продолжение следует.